Привет, 28 августа. Привет, 28 августа. Меня зовут 27 августа. Только что мне в моем канале YouTube, где я разместил года два назад видео «Слова-паразиты, как от них избавиться», один мой знакомый пишет: «Евгений, у меня слово-паразит просто. Я не имею в виду что-то, о чем я говорю, наделено каким-либо качеством простоты. Это слово постоянно в моей голове. Как избавиться? И какими словами заменить для тренинга?» Я ему порекомендовал подобрать пару-тройку слов и, ну, например, привел три варианта: легко, кофейно и лайтно. И попросить тех, кто рядом с ним постоянно, а лучше всего ежедневно, с кем он встречается, может быть, это его жена, друг, коллега по работе, когда он произносит слово «просто», они ему говорят: «Стоп, скажи слово кофейно», или «скажи слово легко», или «скажи слово лайтно». Таким образом, в течение недели-двух, если они будут это делать, и он вместе с ними, привычка выработается, и он почувствует себя измененным. Более того, почувствует, что он контролирует процессы, которые раньше не контролировал. Но очень важно, чтобы эти слова на замену были эмоционально окрашенными. До встречи. С вами был мистер Тонус.